Приговор бойцу Айдара на смерть сбившему ребенка в Южном могут огласить 27 сентября, в день второй годовщины аварии. Обвиняемый отрицает свою вину и заявляет, что за почти два года судебных разбирательств в отношении него было совершено 38 процессуальных нарушений. После ответа из Министерства обороны, в котором говорится, что водитель является военнослужащим, областной прокуратуры был изменен текст обвинений и направлено соответствующее ходатайство. Теперь к делу приобщили военную прокуратуру. Наконец-то приведут это дело в соответствие, то есть наконец-то через полтора года начали соблюдать законность, наконец-то решили ввести военную прокуратуру в дело. То есть, конечно, два года почти прошло. Два года я потерял времени, и вот сейчас, я думаю, опять начнется все то ли с самого начала, то ли продолжать будет. Я не знаю, как это будет. Я считаю, что это уже только затягивание времени идет. Бойца Айдара Эдуарда Жукотского обвиняют в том, что он 27 сентября 2015 года сбил ребенка на пешеходном переходе в Южном. Из-за полученных травм 11-летний мальчик скончался в больнице через несколько дней после аварии.